В Одинцовском городском округе собственники жилья получат возможность заключать прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг. Управляющие компании перестанут исполнять роль посредников между жителями и ресурсоснабжающими организациями и смогут присылать платежки только за содержание жилого фонда. Счета за электроэнергию, водоснабжение, водоотведение и тепло будут включены в квитанции информационно-расчетного центра «Мособлъ ЕИРЦ».